Почему 39-летняя Филиз Ахмед до сих пор не может выйти замуж, актриса, сыгравшая Нигяр, назвала свою главную проблему. Актрисе, сыгравшей в сериале «Великолепный век» Нигяр Калфу, совсем скоро исполнится 40 лет, но она до сих пор ни разу не вышла замуж, детей у нее тоже нет. В чем же дело? Оказывается, Филиз Ахмед давно осознала причину своего одиночества и поделилась ею с поклонниками, которым не безразлично счастье любимой актрисы. Красивая и очень умная Филиз Ахмед – это актриса с медицинским образованием. Все дело в том, что в ранние годы она успешно окончила медицинский лицей. Однако стать врачом Филиз не удалось, так как после окончания лицея она увидела одну постановку, которая запала ей в душу. Девушка поняла, что хочет стать актрисой. В 2003 году она окончила Академию изящных искусств в Македонии, а затем переехала в Турцию, где и начала свою актерскую карьеру сначала на театральной сцене, а затем и в кино. Филиз Ахмед не только красивая, но и очень умная девушка. Она владеет несколькими языками – македонским, турецким, английским, шведским, а также неплохо понимает болгарский и сербский. Все свободное время, которого у актрисы, по ее же словам, совсем немного, она старается проводить в компании своих друзей, а также путешествуя по миру. Почему Филиз Ахмед до сих пор одна? Филиз признается, что причиной отсутствия серьезных отношений является нехватка свободного времени на романтику. Актриса очень любит живое общение, она старается как можно чаще проводить время с друзьями и регулярно навещает своих родственников, которые живут в Македонии. Филиз Ахмед признается, что большую часть своего времени она проводит на съемочной площадке. Выходит, что чрезмерная занятость – это причина ее одиночества. Так, актриса рассказала, что во время съемок в сериале «Великолепный век» ей пришлось работать почти без выходных в течение 4 месяцев. Безусловно, такой ритм сильно изматывает и не оставляет ни минуты на личную жизнь. Филиз Ахмед ждет родную душу. Актриса признается, что в настоящее время она не ощущает себя одинокой лишь потому, что рядом нет мужчины. Она упорно трудится, живет своей жизнью и продолжает ждать встречи с мужчиной, который станет для нее верным другом и родной душой. Ей нужен верный партнер и человек, находясь рядом с которым она будет развиваться как личность, а не деградировать, как это происходит со многими женщинами, вступившими в брак потому что надо. Недавно Филиз Ахмед стала осознавать, как ход ее биологических часов постепенно замедляется. В настоящее время она всерьез задумывается о материнстве и создании счастливой семьи. Спасибо большое.